Бэкстейдж в загородном отеле «Чайка», подготовка к показу Miss 60 Energy. Не знаем, сколько зрителей, но вот уже мы оделись. Конечно, вот Илья одевает, примеряет свой лук. Вы можете посмотреть, что это чудесные кожаные штаны. Майка H&M, наверное. Собственность модели. Рубашка белая Energy. Вот так, это подарки. Кокаин со стола убрали, карточка осталась. Вот, да, мой лук тоже Energy, как и видите, стиль 90-х у нас сегодня. Наверное, так ходили по улицам Сормова в 90-е, в кожаных обтягивающих штанах и белых обтягивающих рубашках. Парни с огромными чубами на голове, как мы с Ильей. Вот, а девочки, как мы видим, девочки туфельки лаковые, малиновые, коричневые сапоги, кожаная куртка. И все в пайетках, как ни странно, все в пайетках. А, еще шляпы они носили, милицейские, вот. Все у них с собой. Так что так, пошли. Нюхнули, пошли курить, а мы тут переодеваемся. Как можно посмотреть. Второй лук будет из такой вот майки. У меня такого шарфа практически с одинаковым рисунком. Я даже думаю, что это одна коллекция. И такой вот клетчатой рубашки, на самом деле. Рубашка из H&M у меня намного лучше. Так, а, обувь, вот. Это моя обувь. Черт, вот. Обычные, ну, кеды, по цене необычных. А у Ли второй лук. Где твой второй лук? Белый. Белые штаны, белое, все белое. И уши. Уши у Ли. Сейчас покажу, где будет проходить показ. Вот. Мена. А вот. А я делаю репортаж ВКонтакт. Порно. Мы будем сейчас снимать порно онлайн. Смотрите, забивайте в Яндексе. Смотрите, Invisible Light. Полный. Как говорится. Ведьмы на шабуш уже собираются. Вот со своими боровыми. Ребята. Модели. А, не надо, ты что? Ты видео снимаешь? Да.